Невеста, осталось совсем чуть-чуть до начала регистрации. Волнуетесь? Да, немного. Женя, а вы волнуетесь перед решительным шагом? Невеста, а что вы можете пожелать в вашей будущей жизни своему будущему супругу? Счастья, любви, всего самого, чтобы все было хорошо. Жених, а что вы можете пожелать вашей жене? Ребята, все зависит от вас. Все у вас будет замечательно, изумительно, великолепно. Счастья вам! Свидетели тоже подходят. Закон Российской Федерации о браке и семье подтверждается взаимное проявление воли граждан Пищальникова Алексея Олеговича и Гусевой Елизаветы Андреевны к совместной супружеской жизни. Отныне вы муж и жена. Попрошу поздравить друг друга с вступлением в семейный союз и скрепить свой союз поцелуем.
А сейчас разрешите мне еще раз поздравить вас с законным браком, пожелать вам здоровья, счастья, всего самого доброго и вручить вам сегодня ваш первый совместный документ, первую страничку вашей семейной биографии. Это свидетельство о заключении брака, в котором говорится, что с сегодняшнего дня вы приобретаете права и обязанности супругов и будущих родителей. Помните, не забывайте о своих родителях, если желание мечты ваших. Отныне не просто вы друг подруга, отныне вы муж и жена. И пусть вас минуют любые напасти, пусть пламя не гаснет в груди. Желаю здоровья, желаю вам счастья, желаю вам крепкого здоровья. Пожалуйста, все проходят в банкетный зал, там гости поздравляют. Проходим. Гости, смелее подходим. Поздравляем. Обращайтесь за советом к старшим. Мы вам всегда поможем. Давайте, вы с добром. Материально не забудьте. Запиваем шампанское.
ты, пожалуйста, проходим в зал для фотографирования. Гости, шампанское попробовали? Ни у кого не горчит? Или сладкое у всех? Водка! 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 Очень понравилось.